В этом выпуске, как, впрочем, и в предыдущих, постараюсь дать развернутые ответы на те вопросы, которые зрители канала в течение последних нескольких недель оставляли под видео. Ну и заодно рассмотрим порцию свежих писем ненависти. По одному только этому комментарию можно делать отдельный ролик. Виктория Иванова продемонстрировала нам полный набор верующего человека, убежденного не только в своей правоте, но и в тотальном интеллектуальном и духовном превосходстве над безбожниками. Здесь и одно из самых распространенных заблуждений о том, что атеизм – это тоже религия, и собственные толкования священных писаний, и невесть, откуда взявшиеся откровения о природе Бога из загробного мира, и ответственность атеистов за начало двух крупнейших мировых войн. Хотя имеется и нечто новое, по крайней мере для меня. Например, теория о том, что большинство атеистов росло без отцов, и их сложные отношения с религией напрямую связаны с этим фактом. Ну и, конечно же, попытки выгородить своих собратьев по вере, которые нередко устраивают в комментариях под моими роликами настоящий словесный апокалипсис. Мол, посмотрите на ваших атеистов, они тоже хамят и вообще ругаются нехорошими словами. Так что и нам можно. Считайте, что таким образом мы разговариваем на понятном вам, пропащим безбожникам, языке. А еще мы новообращенные, в Бога верим не так долго, поэтому за всякие кощунственные слова можем и в морду дать, потому что путь к совершенству очень долгий. Неужели в своих видео я общаюсь с верующими в том же стиле, в каком они пишут мне? Я так не считаю. Так почему же они позволяют себе то, что позволяют? Может быть, дело в том, что иначе вести дискуссию, даже заочную, они попросту не умеют. Особенно тогда, когда других аргументов, кроме проклятий и угроз физической расправы, больше не остается. И тут, как мне кажется, едва ли многое зависит от того, как долго человек верит в Бога. Но даже если и так, то атеисты, по аналогии с верующими, вполне себе могут сослаться на то, что безбожниками они стали совсем недавно. И заглумление над здравым смыслом дадут в морду просто в силу того, что верят в отсутствие Всевышнего не так долго. Атеизм же, как мы выяснили, тоже религия. Но большинство истинных атеистов на верующих просто не обратит внимания. Так что не обижайтесь, Виктория, вы сами предложили и оправдали такую модель поведения. Надеюсь, верующие хорошо понимают источник их ненависти к атеистам. Последние становятся объектом жесткой критики и даже прямых угроз, просто потому что не испытывают перед религиозными сказками никакого трепета и благоговения. Сколько возмущений было, когда большевики в первые годы своего пребывания у власти преследовали людей за их веру. Но почему-то никто не задумывается над тем, что сегодня верующие, отыгрываясь за годы гонений, преследуют безбожников за отсутствие веры. Хотя по факту то, что происходило в советские годы, имеет весьма посредственное отношение к атеизму, так как являлось битвой двух культов – религиозного и квазирелигиозного – за господство над умами населения огромной страны. Атеизм в этом противоборстве был не целью, а всего лишь средством в руках большевиков вырвать власть из рук церкви. Несколько слов стоит сказать и о так называемой митохондриальной Еве – библейском мифе о праматери всего человечества, который, сами того не желая, якобы доказали ученые. Я не специалист по данной теме, так что правильным будет предоставить право развенчать, в который раз, этот популярный миф тому, кто разбирается в этом вопросе лучше меня. Открываем книгу Александра Соколова «Ученые скрывают» и читаем про митохондриальную Еву следующее. Генетики с конца 70-х годов прошлого века самым пристальным образом стали исследовать митохондриальную ДНК. В 1981 году им впервые удалось построить митохондриальную родословную человекообразных, включая человека, два вида шимпанзе, горилл, орангутана и гиббонов. Затем исследователи приступили к реконструированию эволюции вида Homo sapiens. В результате было получено генеалогическое древо человечества, сходящееся к одной начальной точке. По следам этого открытия журналисты придумали термин «митохондриальная Ева», за который тут же зацепились верующие, посчитав выводы ученых доказательством библейской истории о созданных Богом первых людях. В действительности же наука установила лишь то, что около 200 лет назад в Африке жила женщина, которая передала современному человеку свою митохондриальную ДНК.
Причем библейской Евой ее назвать никак нельзя. Одновременно с ней жили и другие женщины, митохондриальной ДНК которых до наших дней просто не дошли. Но при этом существует вероятность, что от них нам могли достаться другие участки генома. Митохондриальная Ева, чтобы там не фантазировали себе верующие, по словам Соколова, не была первой женщиной ни в библейском, ни в биологическом смысле. Так что на будущее рекомендую в данных вопросах прислушиваться ко мнению ученых, а не служителей культа, вещающих с церковных кафедр о разгромной победе религии над наукой. И еще. Если мы хотим отстаивать свою точку зрения, то наши доводы должны быть безупречными, а не походить на аргументацию бабушек у подъезда. А реакции верующих на мои видео и так хорошо известны, хотя бы из предыдущих роликов. Кто-то действительно оставляет настоящие письма ненависти. В редких случаях даже угрожают. Однако не думаю, что эти угрозы пока что следует воспринимать всерьез. Просто люди, ну уж очень рьяно, отстаивают свою веру в воображаемого друга из древнееврейских сказок. Что же касается часто встречающегося вопроса о неувеличивающемся, вернее, правильно будет сказать, медленно растущем количестве подписчиков, то здесь, как мне кажется, все предельно ясно. К сожалению, большинство людей ленится думать. Кому-то трудно смотреть видео продолжительностью более 10 минут, может быть даже длиннее 5 минут. Но это же недельный дайджест, и если я ужму все важные новости, о которых хочу рассказать в 5 или 6 минут, это не составит большого труда, уж поверьте, то это будет просто сплошная каша из каких-то обрывков информации, озвученная одной сплошной скороговоркой. Лично для меня количество подписчиков не является самоцелью. Главное, чтобы люди подписывались на канал, потому что их заинтересовало содержание той или иной рубрики. На мой взгляд, это и есть основная аудитория канала. Люди, которые прекрасно знают, для чего они здесь. В прошлом выпуске я приводил комментарий одного из зрителей, который сетовал на то, что атеисты считают верующих людьми второго сорта, глупыми, недалекими и отсталыми. Тогда в противовес этому мнению я приводил высказывания некоторых публичных персон, позиционирующих себя верующими, но в то же время, мягко говоря, не очень уважительно отзывающихся об атеистах. К сегодняшнему видео я подобрал еще одно подобное мнение. Трудно сказать, каких именно взглядов придерживается человек, но то, что его буквально распирает от ненависти к атеистам – очевидный факт. Причина такой ненависти, как я уже говорил ранее, заключается в том, что атеисты не хотят принимать на веру совершенно абсурдные вещи из древних мифов и легенд, ныне почтительно именуемых священными книгами. Итого мы имеем. Атеисты – это не только животные, которых нужно лечить, как говорил ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский, но еще и животные-свиньи. Это конкретно я, потому что придумал заголовок «Атеистический дайджест». Сброд животных светских пидорасов кончит. Мрази, биомусор, тупой бездуховный скот, а также по совместительству гейропейцы и американцы, генерирующие тонны атеистической пидорастии. А таким вот, не сказать, что неожиданным образом, верующие реагируют на мое недавнее видео про благодатный огонь. Заметьте, не спорят, не пытаются опровергнуть изложенные в ролике факты, к которым я отношусь лишь постольку, поскольку собрал их вместе и озвучил, а просто оставляют подобные сообщения. Надеюсь, где-то там на небесах Всевышний не забывает записывать в книгу богоугодных поступков то, как верующие в его существование люди не жалеют ни сил, ни времени на просмотр мерзких атеистических видео, а также на написание приведенных выше комментариев. Несмотря на то, что этот вопрос разбирался в прошлом видео, верующие все равно стоят на своем, утверждая, что лишенный религии мир в одночасье рухнет из-за того, что у людей просто перестанут работать нравственные тормоза. По такой логике, единственное, что останавливает религиозных людей от совершения самых страшных преступлений, это запугивание их ужасной посмертной участью. Надо полагать, среди верующих немало упомянутых в комментарии Андрея Лысенко скрытых маньяков, которые в силу своей природы, опять-таки заложенной Богом, не идут расстреливать или резать людей только лишь потому, что в Библии это считается грехом, за который место в раю не полагается. А если бы полагалось? Много ли вы знаете убежденных атеистов, которые готовы или идут убивать и насиловать во имя безбожия и во славу его вождей?
после смерти же ничего нет, и отвечать за свои поступки не надо, ведь так? Но, как оказывается, ответ за эти действия все-таки нужно держать. Правда, не на том свете, а на этом. Странно даже, что с такими представлениями об атеистах я еще не пошел повторять подвиги адептов самой мирной религии. Последним, кстати, за убийство неверных, в том числе и ценой собственной жизни, гарантированно выделяется место в раю. И тут определенно есть над чем задуматься, рассуждая о религии, которая якобы защищает нас от того хаоса, который устроят люди, если вдруг узнают, что смерти можно не бояться.